На вокзале и в поездах раздавали пирожки, баурсаки и горячий чай. Накануне из-за инцидента на перегоне Карабас было задержано движение 7 пассажирских поездов. О ЧП, повлекшем сход 14 товарных вагонов, стало известно накануне рано утром. В итоге сотрудники железной дороги и волонтеры организовали и решили скрасить время ожидания пассажиров. Необычной акцией многие были удивлены, о чем свидетельствуют комментарии в соцсетях и лица пассажиров, ожидающих поезд в здании вокзала. Задержка движения на участке Караганда-Акадыр длилась более 12 часов. Все это время шли восстановительные работы, сообщили в Казахстан Теміржолы. Движение поездов было возобновлено накануне в 21 час. По факту схода вагонов в линейном отделе полиции зарегистрировано уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта».